Всем привет! Меня зовут Маша. Это новый урок обучающего курса для начинающих техники канзаши. В этом видеоуроке я покажу, как сделать круглые вывернутые лепестки, а также собрать из них цветок. Итак, начнем! Из квадрата ленты в 4 см складываем круглый лепесток канзаши. Обратите внимание, что каждый край склеивается отдельно. Аккуратно выворачиваем лепесток. Наш лепесток готов. Для создания цветка нам понадобятся 5 лепестков и тычинки. Наносим каплю клея на край лепестка и приклеиваем сверху второй. Перед тем, как приклеить пятый лепесток, приклеим тычинки. Для этого сложим их пополам и перекрутим между собой. Наносим каплю клея в центр и приклеиваем тычинки. Теперь можно добавить последний лепесток. Наш цветочек готов. Вместо тычинок вы можете использовать полубусины, а также закрепить его на основе резинки или заколки. Об этом я рассказывала в предыдущих уроках. В следующем видеоуроке я расскажу, как сделать двойные лепестки канзаши. Спасибо за просмотр! Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, они очень меня вдохновляют. Заглядывайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Инстаграм. Смотрите другие мастер-классы, творите и получайте удовольствие. Чтобы не пропустить новое видео, обязательно подпишитесь на канал. Желаю удачи и творческого вдохновения! Всем пока!